you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии на Маск Ролиплей. Это просто охуенно. Первый сервер. Мы не Кирилл Путбулов, потому что не Кирилл Путбуль был занят. Так что запомните, вот мой ник Кирилл Путбулов. Именно вот мой ник, я настоящий, вот настоящий ник. Под каким я играю на этом сервере. Да просто мне забомбили комментарии под серией Амазинга. Где Намальск? Давай Намальск, снимай Намальск, иди на Намальск. Я и стрим как бы Намальск, и на стриме говорю, наберем 70 лайков, я буду здесь играть и снимать. Вы набрали там 75 лайков, по-моему. Так что я буду снимать здесь. Мне еще надо велик где-то украсть. Сегодня мы поедем, наверное, в Батырево, или где тут на права сдают, я не знаю. У меня есть деньги, я на стриме заработал 45 тысяч, и 45 тысяч мне подарил подписчик. Большому спасибо. Так что вот здесь мы будем сегодня начинать играть. Так, точнее, я уже начал здесь играть, но я еще на права не сдал, ничего не делал. Короче, только денег заработал и все. Кстати, на сервере было обновление, как бы глобальное вроде обновление было. Добавили работу водолаза, но сегодня мы, в принципе, просто зайдем на права, а уже дальше будем обсматривать полностью сервак. Мне бы, блин, хотя бы тачку купить, или квартиру, или машину хотя бы купить. Но денег у меня не так уж и много, поэтому как-то так. Так, Вася. Все, я это сделал. Я украл велосипед, все, я красавчик. Я думаю, на красном можно велики проезжать, в принципе. Ну, мы, конечно, красавчики. Точнее, я украл велосипед и заехал в тупик. Да, круто. Давайте пробьем GPS, где тут автошкола, банк, автосалон, важные места. Анашан, баня, важные места, базовые организации, поезд дома, поезд подъезда, поезд бизнес, автошкола. Вот, и где она находится? А, она в Арзамасе находится, чуваки. Ну, что-то у меня текстуры плохо прогружаются, кстати. Вы заметили? Хз. Так что с вас, пацаны, дохера лайков, потому что вы просили, и вот, я решил заснять. Как бы что-то руки не доходили до Намальска, чтобы снять серийку. Но вот я решил записать, в принципе, буду еще здесь снимать. Главное, чтобы вы смотрели и ставили лайки. Это самое главное. Мне интересно, это подъезды или нет? Давайте я сдам на права, и мы потом посмотрим. Ебать людей на остановке. Конечно, жестко. Ну, велик мой пропадет все равно, в принципе. Вот что хреново. Мне единственное, то, что нету велика возле работы и так далее. Вот что мне не нравится. Это меня реально бесит. А так, в принципе... Ай, без комментариев просто. В итоге я просто так умер. Да. А как тут лечиться? О, врач. А, в АФК. Блин. Врачей тут нет вообще. О. Так, лечи. Лечи. Давай, братанчик, лечи нас. Какая-то странная больница, блин. Ну ладно. Лечи. Голова болит. Давай. 200 рублей всего лишь, блять. На Амазинге 500 берут. Дайте выйти, алло. Алло. Алло, блять, дайте выйти нахуй. Тупорылый, сука. Гуси нахуй. Все равно я недалеко оказался как раз от автошколы, поэтому все нормально. Ебать, тут перестрелка нахуй, вообще пиздец. Что-то криминал тут процветает, я вижу, да? Нихуя себе мерседесы. Так, стой, чика. Там, походу, надо к тёлке подходить какой-то. Так, нажимаем Alt. Тихо, пожалуйста. Ну чё за дичь?
Я провалился в авто школе, помогите. Просто это что, бесконечно будет реально? Вот что это за хуйня? Да уж, я, конечно, в шоке, реально. Я не наговорный сервак, но, блин, походу не сделали обновление и что-то пошло не так. Либо это что-то у меня, ну хотя у меня пинг небольшой вроде. Людей тут пиздец, конечно. Реально пиздец людей здесь в больнице. И врача нету вообще. Я реально в шоке. Я уже два раза провалился в эту хрень. И меня это бесит. Похоже, ему плохо, видите? О, отвернулся от меня. Какой-то он опасный. Какой-то он прям опасный. У нас ХП уже почти зафурилось. Но это прям жестко, блин. Я не могу сдать на права. И тут людей просто серьезно забито. Я, ну, конечно, где-то 2 минуты заходил. Ну, блин. Давно я не видел серверов, на которых онлайн забитый прям. Это из-за того, что обновление. А так я играл когда? На выходных? В пятницу, по-моему, играл, да. То он не был забитый. Кстати, у меня скин, видите, баганулся, короче. И у меня вот этот самый быстрый скин. Смотри, как он просто бегает. Просто отдыхает. Все отдыхают просто. Хоп. Блядь, оп. Кому-то, блядь, с щитами нахуй бегаешь. Хоп-хоп, все, видели, как оббежал, блядь, всю больницу за секунду просто. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Вообще, я так угораю с этого скина, блин. Даже менять не хочется. Хоп-хоп. Конечно, у него такое лицо. Это пиздец. Смотрите, пол шеи просто отрезали, блядь. Просто забыли пришить. Реально, забыли просто пришить мне шею. Заебись. И, кстати, вот для тех, кто сейчас бомбить будет в комментариях, типа, ой, вам один бросил, там вся хуйня, нахуй. Нет, не бросил я нихера. Я просто решил еще начать на другом каком-то проекте играть. На большом проекте. На Радмире мне почему-то не нравится. Ну, а здесь мне более-менее. Блять, когда я уже вылечусь, господи. Вот я придурок, у меня ж аптечка была, сука. Ладно, уже долетимся, не буду использовать ее. Себе рюкзачок купил. Ну, рюкзак, кстати, здесь хорошая тема на этом серваке. Мне прям понравилось, но... Было бы прикольно, если бы он в модпаке был заменен. А так, это как будто парашют, понимаете? Как бы, ну... Такой проект, ну, мелочи, но, блин, если бы он был заменен и какой-то прикольный, это было бы приятно. Чувак вообще какой-то конченый. А ну, дайте... пройти нахуй. Съебались. Алло. Съебитесь. Долбоёбы или вы долбоёбы? Вы отойти, блять, можете? Ай, вы прошли курс. Да я знаю, что я прошел курс. Дайте мне выйти, блять. Во. И чё не выходит? Тут какой-то долбоёб заходит, да? Чирочка. Просто чё, блядь, происходит? Просто, блядь, вот. Чё, ёпта, происходит? Я так сделал, может, блядь, что-то исправиться. Во. Заебись, нахуй. Текай, блядь. Я хочу взять эту машину. А то можно тут, блядь, как-то все это оформить, потому что я не могу зайти. Обновлена команда Play. У вас нет людских прав. Да мне похуй. Если я сейчас еще раз пролюсь, это будет пиздец. А если я сюда сяду? Учебная. А ну. А ну, а ну. И чё? Ебать, сервак лагает. Я сел и через секунд 30 мне написал, что у меня нету прав. Так. Стой. Крошка. Стой. Меня зовут... Я сотрудник автошколы. Я хочу сдать на права. На права. Давай, резче. Сколько?
Сколько? Автотранспорт 5000. Автотранспорт 5000. Если желаете купить лицензию, вот вам пакет. Открыла кейс. Я могу купить сразу права или что? Просто я реально не покупаю, как здесь и шо. Просто я не понимаю. Напиши в чат, Мир расписался. Мне кажется, сейчас меня наебут на все бабки просто. И будет полный пиздец. На холодец, да. Давай, малышка. Оксанка Плотникова. Давай. Так, купить водительские права. Все? Четко. Я купил водительские права, ёпта, или что? Давай попробуем сесть в эту бричку. Неужели все так просто? Сейчас если не напишут мне лицо прав, я охуею. Вам недоступен. Во, у меня есть теперь права. Все. Спасибо тебе, крошка. За 5000 купил все права, получается, но не только категорию Б, а все категории. Предложу вам купить водительские права за 5000 рублей. Ну, вроде бы да. Хрен его знает, напишите в комментариях, я хз. Ебать, я бегу нахуй, быстрее машин. Реально просто. Бля, уже задышка моего персонажа. Ну, реально, он так быстро бегает, это просто нечто. Короче, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.